здесь построить правильную коммуникацию, построить правильное общение с нашей командой, с нашими партнерами, с нашими клиентами. И именно это приводит к результату. Чем выше активность, да, то есть у нас есть абсолютно логическая взаимосвязь, чем выше активность, тем выше товарооборот наших команд. Поддержание высокой активности всегда гарантирует стабильный товарооборот и рост ваших доходов. Почему? Потому что у нас идет постоянно активный рекрутинг, наша команда увеличивается, и, соответственно, чем выше активность, тем выше товарооборот. Чем выше товарооборот, тем лучше результаты, быстрее достигаем результатов по нашей карьерной лестнице по плану успеха, и, соответственно, тем больше мы получаем доход с товарооборота нашей команды. Когда мы поддерживаем нашу активность, мы, вот, скажем так, держим нашу структуру здоровой, да, то есть вот, и тогда у нас не происходит вот такого постоянного бега, как белка в колесе. Рекрутируем, люди засыпают, рекрутируем, люди засыпают. Другими словами, высокая активность дает возможность избегания текучки. Вот, и наша задача в идеале, да, то есть вот так вот стремиться к тому, чтобы максимальное количество людей каждый каталог размещали заказы. Ну, это, конечно, идеальная картина, но очень оптимально стремиться к тому, чтобы человек, который есть в нашей команде, наш партнер бренда, который как потребитель, который покупает только для себя, да, то есть вот как минимум такие партнеры размещали заказы раз в 3 каталога. Вот, благодаря этому ваша активность всегда будет здорова, и это даст вам возможность получать большие доходы. Благодаря поддержанию высокой активности персональной группы, да, то есть вот как минимум на уровне 70%, дает возможность увеличить вам в 1,5 раза скорость роста команды. И это факты, мы это отслеживали на показателях наших растущих менеджеров и директоров. И благодаря высокой активности вашей команды у вас увеличивается в 2 раза рост дохода. Это факт, потому что это факт уже неоднократно проверенный вами на планерках с вашими ICM-ами, с вашими директорами, да, то есть это действительно факт. Итак, мы сейчас с вами уже поговорили о тех продуктах, на которые стоит обратить внимание в каталоге, которые дадут возможность как раз вот усилить активность благодаря четкому фокусу, благодаря тому, что вы будете на них фокусироваться, да, то есть и вашим рекомендациям в продуктовых чатах, в личных сообщениях и, конечно же, в первую очередь в звонках, дадут вам возможность усилить активность и держать ее на уровне. И помните такой вот момент, есть такая фраза, которая, скажем так, вот нехорошо отозвалась, да, то есть, и это был еще один очередной жетончик, это вот поделилась таким моя коллега, да, то есть вот когда мы не держим наши бизнес-показатели 15-70, да, то есть и сейчас конкретно об активности, мы недополучаем тот доход, который дает наша команда, то есть мы недополучаем ее потенциал. Другими словами, вот она сравнила так, деньги, которые вы можете заработать, вы их не получаете, и они гниют под вами. Поэтому, друзья, используйте максимально все возможности, прокачивайте максимальную активность. Что поможет нам удержать в этом каталоге и усилить нашу активность? Конечно же, сам каталог. У нас 68 новинок каталога, 344 продукта по цене до 100 гривен и 445 продуктов представлены со скидкой до 70%. Друзья, такое количество продуктов, да, то есть такие классные предложения однозначно, ну, скажем так, не оставят никого равнодушным. Наша задача, конечно же, активно с этим работать и построить правильную стратегию. Я хочу напомнить, что у нас есть онлайн предложение, да, то есть, которое действует эксклюзивно онлайн, да, то есть, или по-другому эксклюзивное онлайн предложение, которое доступно только на сайте. Вот, и этих наборов вы не встретите в каталоге, этих предложений их нету в каталоге, они доступны только на сайте, вот, когда вы входите в личный кабинет. Но предложения уникальны, да, то есть как, допустим, вот приобретение 2 ароматов по очень выгодной цене 159 гривен наша Wonder Collection, да, или сет средств Optimals всего лишь за, по-моему, 359 гривен, или нет, 409 гривен, вот вижу, у меня на слайде указано. То есть действительно уникальные, классные предложения, поэтому делимся ими в чатах, делимся, обращаем на них внимание наших консультантов, наших партнеров бренда, наших потребителей, и обязательно используем их на максимум.
Отдельно хочу остановиться на том, о чем уже Марина начинала говорить. Я, смотря на ее презентацию, думаю, ага, не говорит, я с вами об этом поделюсь, но я еще раз хочу обратить ваше внимание на обновление нашего набора на Wage. Это касается всех наборов. Он стал чуть-чуть меньше, да, соответственно, у нас выходят меньше упаковки, а вы помните о том, что наша компания заботится о том, чтобы наши продукты и наше производство было максимально экологическим. Коробка самого набора, она из вторично переработанных материалов, если не ошибаюсь, и они способствуют усилению переработки. Поэтому, друзья, в первую очередь, да, то есть это такой вот момент на скажем так, немножко неудобно показывать. И он действительно имеет потрясающий эффект. Я очень рекомендую, кто еще не смотрел, посмотреть вебинар от Ольги Воробьевой, познакомиться с ним, познакомиться с этим продуктом и использовать этот инфоповод. То есть благодаря тому, что вы просто человеку позвоните и рассказываете, у вас есть возможность посоветовать ему новый набор и рассказать о его свойствах и что это даст человеку, да. То есть плюс я хочу напомнить, что при приобретении набора на Veg, да, то есть и не только набора на Veg, у нас действует эксклюзивное предложение в каталоге на 1880 гривен. Приобретая продукцию на Veg, мы получаем защитный крем с SPF фактором 50 в подарок. Уникальное предложение, и я уверен, благодаря ему вы сможете существенно усилить продажи этой категории, да, то есть, ну, в первую очередь, конечно же, это ваша коммуникация. И также хочу напомнить об уникальном предложении с Aqua Glow, на которое действует постоянная скидка до 17-го каталога при приобретении набора на Wage. То есть, благодаря тому, что мы предложим нашему клиенту, нашему партнеру бренда сейчас обновленный набор Novage Ultimate Lift или другой набор нашего бренда, наш партнер, наш клиент сможет получить в подарок защитный крем SPF 50 и при этом сэкономить еще дополнительно 500 гривен. И также получить дополнительную скидку на продукт Aqua Glow, благодаря которому, да, мы также усиливаем увлажненность нашей кожи, да, и мы получаем благодаря этому потрясающий эффект. Ну и, конечно же, продукт, о котором невозможно молчать, это наши новые батончики. Друзья, я просто в восторге. Я очень ждал, когда они появятся. Я очень люблю этот продукт, потому что действительно помогает сделать здоровый, качественный перекус. Вот, кстати, перед вебинаром, да, и вот сегодня немножко не рассчитался обедом, и думал, что же пойти купить на перекус, и вспомнил, что я же только что получил батончик, и как раз прошло время это протестировать. Очень приятно, вы знаете, вот, но он у нас с ягодным вкусом, но вот для меня ярко выражена была малина, причем, вот, знаете, как вот даже больше мне напомнило клубнику со сливками, такой вот нежный, приятный ягодный вкус, и действительно он такой, вот, он чуть помягче, он чуть капельку послаще, чем предыдущий, но действительно вот утоляет чувство голода, да, то есть вот и чувство сладкого, потому что я когда хочу есть, мне очень хочется сладкого, я такой вот сладкоежка, но батончики очень крутые. Поэтому, друзья, обязательно рассказываем о наших новинках, знакомим наших знакомых, наших партнеров бренда с этими продуктами. Вот. И, конечно же, не забываем рассказывать о том предложении, которое Марина уже говорила, да? То есть у нас появился новый, действительно крутой шейкер, который идет с разделением на то, что в нем можно также дополнительно для перекуса хранить и орехи, да, или там фрукты, которые вы хотите с собой взять в сушеном виде, да, для того, чтобы обеспечить себе полностью здоровый перекус. Также есть сеточка, которая позволяет вот эти грудочки, да, то есть эти комочки, которые у нас периодически бывают, да, если не тщательно сболтаешь, потом тебе они попадаются не очень так как бы приятно, с одной стороны, но с другой стороны, благодаря новому шейкеру мы сможем этого избежать. Ну и, конечно же, это наш, в первую очередь, самый крутой продукт, это наш здоровый перекус, это нормализация белка, протеина в организме, ну и, конечно же, это минимальное количество по содержанию калорий. Это то, что интересно всегда всем. Почему я отдельно остановился именно на тех продуктах? Потому что, друзья, это качественные продукты, это продукты, в которые вложены очень большие инвестиции, как с точки зрения усилий наших ученых, которые разрабатывали эти продукты, так и с точки зрения, конечно, инвестиций компании, для того, чтобы действительно получить крутой продукт с доказанным результатом. И благодаря этому продукту будет у вас высокая активность. То есть благодаря этому
в ваших командах будут лояльные партнеры бренда, которые каждый каталог будут заказывать эти продукты, что позволит вам держать высокую активность, даст вам возможность влиять на вашу продуктивность с точки зрения хороших средних заказов. Да, и, соответственно, это очень благоприятно отражается на самой вашей активности, продуктивности, как следствие результату развития бизнеса. Поэтому, друзья, обязательно говорим об этих продуктах. И на что еще хочу обратить внимание в работе с продуктом. Друзья, мы с вами делимся постоянно, ну, не каждый день, но как только у нас приходит информация, и бывает это по несколько раз на неделю, особенно третья неделя, у вас будет высокая продуктивность в командах. Что можно сделать, да, то есть, ну, в первую очередь, конечно, выбрать те продукты, которые вы будете работать с командами в этом каталоге. Во-первых, это вам даст возможность поставить акцент на самые популярные продукты, из которыми, возможно, ожидаются задержки с поставками или их будет немного, что также отражается в наших файлах. Это позволит вам действительно активно работать с этими продуктами и не ждать, пока они закончатся, чтобы получать какой-то негатив от клиентов, да, а даст возможность о них позаботиться и сказать: слушай, вот любимая твоя туалетная вода, ну, к примеру, допустим, Элви, да, ее нужно брать сейчас, потому что очень классная цена, и он скоро закончится, да, то есть это я так совсем утрирую. Помимо этого, благодаря списку вы сможете подготовить альтернативы, да, и это позволит вам избежать вот тех, скажем так, возражений, когда вы проговорите: смотри, вот, допустим, такого-то продукта нет, но вот есть похожий, да, то есть вот, или такой-то продукт, он очень популярный, пока мы с тобой сделаем заказ, он закончится, но есть вот такой продукт, который очень похожий, да, или действительно там повторяет. То есть вы сможете, скажем так, подстелить сено, да, или если говорить в работе с возражениями, да, то есть подготовить салфеточку, да, чтобы на рубашку не попала капля борща. И, конечно же, вы можете подготовить наборы, с которыми вы можете работать с новичками, вы можете работать со своими партнерами, брендами и также с вашими партнерами, которых вы хотите включить сейчас в акцию реактивации, к которой мы чуть дальше перейдем. То есть подготовить наборы продуктов, которые на складе будут 100% по прогнозам. Это даст вам высокую эффективность в вашей работе. Поэтому, друзья, моя рекомендация обязательно использовать эти списки, которыми мы с вами делимся. Ну что ж, по акции реактивации, да, я уверен, что вы уже все знаете, но тем не менее хочу напомнить, что у нас в течение этого каталога с 25 октября по 14 ноября действует акция реактивации. Кто в нее могут включиться? Это наши новички, которые пришли в наши команды, ой, не пришли в наши команды, простите, оговорился, все время о новичках, думаю о рекрутинге. Вот, это наши партнеры, которые размещали свой крайний заказ до 22 августа включительно. То есть это те, у кого в информационном листе стоит 4 и более каталогов по неактивности. Размещая единовременный заказ на 30 баллов и более в течение действия акции, наши спящие консультанты, которые сейчас проснутся, получают в подарок всего лишь за 1 гривну вот этот прекрасный аромат Joyce Jade. Вот, поэтому, друзья, очень классный информационный повод, но обязательно помогите сразу подготовить наборы продукции для того, чтобы ваших консультантов заинтересовать, и это вам поможет активнее включать их в акцию реактивации. Да? То есть, ну и, конечно же, такой совет: обязательно монетизируйте выгоду, что человек на этом сэкономит, что он заработает. Ну и для старших менеджеров и выше по результатам каталога номер 14. Есть дополнительная акция: если у вас в команде будет разбужено 30 и более спящих, вы получаете всего лишь за 99 гривен вот такой классный чемодан. Вы помните, что у нас был в одной из наших рекрутинговых компаний, у него небольшой размер, который позволяет себе, да, то есть как взять его с собой, допустим, в самолет, как ручную кладь, он очень качественный. Вот, мои коллеги, которые себе взяли такой чемодан, очень им довольны, пользуются им, и всего лишь 30 новичков, которые вы разбудите, помогут взять вам получить этот чемодан. Но в первую очередь я хочу обратить ваше внимание, что 30 человек, которых вы разбудите, и у них будет заказов минимум 30 баллов, суммарно вам дадут прирост 900 баллов. То есть благодаря тому, что вы будете активно работать со своими спящими, вы получите прирост 900 баллов в текущем каталоге и еще возможность приобрести чемодан за 99 гривен. Идем дальше. Я хочу напомнить, что до конца года у нас действует программа «Выгода максимум», которая позволяет получить бонус 10% от своего товарооборота при условии заказа за каталог минимум 150 баллов.
Это очень крутая возможность говорить о дополнительном доходе, говорить о немедленной прибыли и дополнительном кэшбэке, который человек получает в размере 10% от личных затрат за каталог. Это отличная возможность познакомить новичка с теми преимуществами, которые ему дает компания, и в первую очередь, да, то есть начать дополнительно зарабатывать или экономить с компанией. И благодаря этому у вас есть возможность сфокусировать ваших новичков на 150 баллов, а не на 100 баллов или меньше. Люди с высокой лояльностью и в первую очередь обеспечили себе хороший дополнительный доход в районе 800 гривен за каталог, да, если это брать только немедленную прибыль и выгоду максимум. И сейчас мы с вами, конечно же, переходим к рекрутингу. К рекрутингу, то, что дает возможность развивать наш бизнес, который дает возможность усиливать наш бизнес, дает возможность развиваться, дает возможность закрывать новые звания, получать новые премии, путешествовать по всему миру. Это то, что развивает наш бизнес. Рекрутинг – постоянное приглашение новых партнеров в нашу команду. Почему важен фокус на рекрутировании? Потому что какой бы наш бизнес ни был интересен, все равно, к сожалению, будут те люди, которые выпадают по разным причинам, иногда независимым от них. Но тем не менее, люди всегда будут засыпать, и наша задача, конечно же, восполнять этот момент, да, то есть вот тех людей, которые засыпают. Поэтому обязательно наш фокус на рекрутинг должен быть минимум 15%, потому что это среднее количество людей, которые у нас в команде засыпают за каталог. Что нам помогает, конечно же, наша программа «Живи со вкусом». Уже многие включились в прошлом каталоге, но я напомню, что программа действует у нас включительно до 16-го каталога, и это дает возможность нам в любом каталоге, да, тут сейчас 15-16 каталог, в любом из каталогов включить даже наших новичков в рекрутинг, показать им возможность получить классные подарки вместе с компанией и, соответственно, получить классные подарки в этой рекрутинговой компании. Я напомню, что для новичков у нас действуют два аромата на выбор. И, конечно же, я хочу остановиться немножко на тех условиях, которые есть и по которым все равно поступают вопросы. Первый момент. Засчитываются спонсору, приглашающему спонсору все личные баллы новичка, которые он сделал за 21 день. При этом неважно, пройдет он первый шаг стартовой программы или нет. Сколько бы новичок ни сделал, 1, 10, 17, 25, 177, 1000 баллов, да, то есть вот неважно, сколько баллов сделает новичок, все баллы засчитываются приглашающему спонсору при условии наличия 100 личных баллов в каталоге, в котором его новички размещают заказы. Поэтому, друзья, да, конечно же, фокусируемся на то, что максимальное количество новичков, которые приходят к нам, они включались, да, они размещали свои первые заказы за 21 день с момента регистрации. Но, конечно же, если мы хотим достигнуть максимальных результатов и получить максимальное количество подарков, а то и все подарки для этого нужно нам 3600 баллов собрать за 3 каталога. Наша задача фокусировать их как минимум на стартовой программе, показывая их выгоду, а еще лучше на 150 баллов. Если вы сфокусируете вашего новичка за 21 день, соответственно, в рамках двух каталогов, потому что 21 день все равно выпадает на два каталога, сделать 150 баллов, вы получите за два каталога, за 21 день с одного новичка минимум 300 спонсорских баллов. В первую очередь вы показываете выгоды, монетизируете выгоду, преимущество, почему новичку нужно делать 150 баллов. А во вторую очередь вы получаете активный рост вашей команды, ну и в третью вы собираете максимальное количество спонсорских баллов. Поэтому, друзья, фокусируемся на том, чтобы максимально активно включать новичков. Какие у нас идут подарки? Я напомню, что у нас есть три вида подарков за 200 баллов. Для этого нам нужно, чтобы за три каталога у нас было минимум два новичка. Это сковородка для блинов, форма для выпекания и френч-пресс. За 400 баллов у нас идет чайник, гейзерная кофеварка и ковш. И нужно минимум три рекрута за весь период акции. И за 600 баллов нам нужно минимум 4 рекрута, которые размещают, опять же повторюсь, любые балловые заказы, но собрать нужно минимум 600 баллов. И мы получаем либо сковородку, либо кастрюлю, либо сковороду-гриль, либо все вместе, все зависит от того, на что вы сфокусируете, что вы поставите себе за цель. Потому что получить подарки вы можете все, при этом вам нужно 3600 баллов на все подарки и минимум 4 личных рекрута за весь период кампании.
Друзья, очень крутые подарки. Вы уже видели наверняка в интернете. Кто смотрел мой видеообзор, это компания Polaris. Да, это швейцарский бренд, который разрабатывается с очень под тщательным контролем европейских инженеров. При этом контроль происходит на разных, то есть на всех этапах изготовления продукции. Она действительно очень качественная, она очень крутая. И поверьте, если вы сейчас сфокусировались только на одном предмете, друзья, очень рекомендую сфокусироваться на максимальном. Потому что когда вы получите хотя бы один продукт, уже в первом-втором каталоге включиться в акцию мы не сможем, но вы будете говорить, что ж я не взял то и то. Вот, поэтому, друзья, фокусируемся на максимальное количество подарков. Поверьте, у вас получится, потому что у нас сейчас идут самые активные каталоги, самые высокие продажи. И ваша задача как можно больше рассказывать о выгодах нашей компании. Напоминаю, что стоимость подарков у нас начинается от 450 гривен и заканчивается почти 1500 гривен. Да? То есть это тоже те выгоды, эти слайды у нас есть в чатах, это тоже те выгоды, которые нужно монетизировать, когда мы приглашаем наших людей включиться в рекрутинговую компанию и заработать такие классные подарки. Но это еще не все, да, у нас каждый каталог будет разыгрываться по 50 подарков. Вот, они приблизительно равномерно рассредоточены на каждый каталог, но в каком-то из каталогов больше одного из продуктов. Например, в прошлом каталоге было 20 мясорубок, да, и 15 соковыжималок, 15 блендеров. Вот, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше этих 50 суперпризов? Нужно пригласить трех новичков в этом каталоге, и в этом каталоге их сразу же и квалифицировать, то есть помочь им пройти первый шаг стартовой программы. И, конечно же, иметь 100 личных баллов. А в 16-м каталоге, соответственно, нужно будет пригласить тоже трех новичков и помочь им квалифицироваться для того, чтобы участвовать в розыгрыше. Поэтому, друзья, используем эту возможность максимально, собираем максимальное количество баллов и зарабатываем еще дополнительные подарки. 50 счастливчиков уже получили свои подарки, но вы можете не единоразово, а каждый каталог принимать участие в розыгрыше и тем самым собрать еще больше и больше подарков для себя и для своих близких. И сейчас, конечно, мы с вами поговорим о развитии лидерства. Развитие лидерства – это тот момент, который позволяет нам усиливать работу нашей команды, когда мы выявляем новых бизнес-партнеров, когда мы помогаем нашим партнерам бренда начинать развивать свой бизнес, усиливать свой доход, реализовывать свои мечты. Да, и вы сами знаете уже давным-давно, что без хорошего, скажем так, количества активных бизнес-партнеров вашей команды поддерживать бизнес самому в одиночку очень-очень сложно, и бизнес тормозит. Поэтому наша задача всегда фокусироваться на том, чтобы искать новых бизнес-партнеров, фокусироваться на том, чтобы каждый каталог у нас появлялся как минимум один новый бизнес-партнер, который пробует с вами включиться в бизнес, фокусироваться на том, чтобы ваши партнеры также искали своих новых бизнес-партнеров, создавали свои ключевые команды. И именно это даст возможности развить по карьерной лестнице плана успеха и получать дополнительное вознаграждение, единоразовые бонусы в долларовых премиях, участвовать в различных лидерских программах, таких как, допустим, автопрограмма, квалифицироваться на международной конференции и еще массу всего интересного. Я хочу напомнить, что у нас второй каталог идет квалификация на проект Go for Diamond, проект наших успешных лидеров, и чтобы в него квалифицироваться, в трех каталогах из четырех каталогов квалификации с 14 по 17 нужно иметь две группы и больше в первом линии, выполнить 15% рекрутирования, 70% активности и иметь 3000 баллов в персональной группе минимум. Новые золотые директора и золотые директора и выше, которые закрываются в этот период, в проект добавляются автоматически. Бриллиантовые директора по результатам 17-го каталога. Также, если говорить о наших лидерских квалификациях, я хочу напомнить, что у нас идет квалификация на глобальную бриллиантовую конференцию 2022 года в Кейптауне и исполнительную конференцию в Замбези. Это будет просто мега-вау что-то, то есть по тизерам, которые мы видели, это просто будет что-то невероятное, очень крутое. Я уверен, что многие из вас хотят побывать там, и еще у многих есть возможность туда включиться.
Как я уже говорил, у нас одна из уникальных возможностей нашего плана успеха – это наша автопрограмма. И у нас, как вы помните, в прошлом каталоге классная новость – автопрограмма продлевается на год. Поэтому, друзья, есть на что фокусироваться и есть хороший повод приглашать новых партнеров в нашу команду, потому что прийти и получить автомобиль, скажем так, за счет компании, да, то есть выполняя условия квалификации по автопрограмме – это действительно очень стоящий повод для многих людей сейчас вокруг. Это действительно повод, который интересует присоединиться к нашей компании, присоединиться к вашим командам. Поэтому обязательно рассказывайте об этой возможности и, конечно же, сами квалифицируйтесь для участия в этой программе. Наша золотая плюс конференция, осталось 7 каталогов до конца квалификации. Кто уже вошел, обязательно следим за своими показателями, обязательно следим за выполнением всех планов. Если есть вопросы, всегда обращаемся к своему ASM или к своему лидеру для того, чтобы проконтролировать все планы, для того, чтобы быть уверены, что вы обязательно квалифицируетесь. Идет квалификация на банкет директоров, поэтому, конечно же, контролируем количество групп, которые мы отделяем, или... возможности. Сейчас есть возможность заработать дополнительный бонус. Бонус можно заработать, если ты выполняешь 15-70 по персональной группе, если ты включился уже в программу как старший менеджер или директор, и даже если ты не включился в программу про бонус, можно еще включиться в этом каталоге. Это фактически финальный каталог, чтобы в нее включиться и в следующем каталоге заработать дополнительный бонус. То есть нам нужно квалифицироваться, кто еще не вошел в программу в этом каталоге, выйти на уровень 7500 или 3000 баллов, если отделяется одна группа, ну или две группы и более. И в следующем каталоге, в 16-м, заработать дополнительный бонус. Те, кто уже включился и выполняет все три каталога 14, 15, 16 условия программы, они могут получить удвоенный бонус. Как старший менеджер, выполняя в одном из каталогов, ну или в любом из каталогов программы, условия по приросту к такому же каталогу год назад, показывая любой прирост, да, и выполняя 15-70, ну, конечно же, 150 личных баллов минимум, мы зарабатываем по 2000 гривен дополнительного бонуса за каждый каталог. Особое внимание уделяем тому, что деньги переводятся на расчетный счет, то их могут получить те, кто является частными предпринимателями. Поэтому, если мы на уровне старшего менеджера и только вошли в программу или уже включились, помним о том, что нужно открывать частное предпринимательство для того, чтобы получить деньги. Для тех старших менеджеров, которые три каталога выполняют условия программы, бонус удваивается по итогам 16 каталога. И к 6000, которые были заработаны за предыдущие три каталога, 14, 15, 16, добавляется еще удвоенный бонус 6000 гривен. Выплата производится через каталог, потому что мы ждем результата международного спонсирования. Для директоров и выше каждый каталог возможно заработать по 4000 гривен, выполняя условия, и суммарный бонус составляет 24 тысячи гривен. Друзья, используйте эту возможность, чтобы сейчас, в преддверии Нового года, заработать дополнительно крутые бонусы. И рассказывайте, делитесь о том, что есть такие возможности компании. Да, если сейчас придет новичок, он не сможет в нее включиться, но у нас постоянно есть лидерские программы, и достигая уровня лидера, почему квалифицироваться нужно на как минимум на уровень старший менеджер, директор, для того, чтобы расти дальше, потому что есть еще такие дополнительные возможности, как наши дополнительные лидерские программы. Ну и я хочу напомнить, что у нас есть такой вот, такая, скажем, мини-GPS-навигация, да, то есть программа для лидеров, о том, на что сфокусироваться, да, и я хочу напомнить, что в 16-м каталоге у нас заканчивается действие программы про бонус, это финальный каталог, когда можно заработать дополнительные бонусы, и в 17-м каталоге у нас заканчивается действие программы про выгода максимум. Поэтому, друзья, рассказываем о всех этих возможностях обязательно в своих командах и обязательно, конечно же, выполняем все квалификации. Ну что ж, друзья, у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, у вас есть наш региональный чат, и вы всегда можете обратиться к своему СМу. Ну а для менеджеров, конечно, в первую очередь обращаемся к своему лидеру, к своему директору, уточняем вопросы. Вот, поэтому, если что-то не ясно, всегда обязательно уточните для того, чтобы ваш каталог был гораздо эффективнее. Ну что ж, а я благодарю вас за внимание и до встречи на наших мероприятиях. Всем хорошего вечера!